Филиал святителя Луки, больницы святителя Алексия, приглашает на бесплатное обучение по уходу за больными по специальностям. Младшая сестра по уходу за больными и младший брат по уходу за больными. Теория проходит дистанционно с 28 марта по 10 апреля. 4 дня практики проходят под руководством преподавателя с 11 по 14 апреля. Требования к кандидатам: возраст 18-65 лет, образование не ниже среднего, полного, отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья, письменное благословение духовника желательно, желание послужить больным. Выдается свидетельство государственного образца о присвоении квалификации «младшая сестра по уходу за больными» или «младший брат по уходу за больными». Запись на курсы по результатам собеседования. Подробная информация и запись на собеседование по телефону 8 960 540 88 22.